Сев морзавод в Севастополе, принадлежавший в 90-е годы президенту Украины Петру Порошенко, может стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов. Отмечается, что для осуществления этого плана необходимо провести ремонтные работы по модернизации промышленного предприятия и его техническому вооружению. Баженов рассказал, что для этих целей уже создана специальная программа. Директор завода напомнил, что территориально завод располагается на двух площадках. Основной – Южный и Инкерман, общей площадью 53 гектара. Там сейчас есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов. Сейчас на Севморзаводе строят два тяжелых плавкрана – ПК-400 «Севастополь» и ПК-700 «Григорий Просянкин». На ремонт и обслуживание в доке в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота. Вот так.